Рушан Шагаев левша, стоит в такой фронтальной стойке, откуда ему очень удобно действовать обеими руками. Как видите, без особого почтения к Савону начал бой Рушан Шагаев. Самое главное не пропустить. Всем ясно, что Савон, в общем, довольно примитивно сейчас использует только одну вещь. Это удар с дистанции правой рукой. Левша, каким Рушан Шагаев является, таким вещам должен привыкнуть. Проблема только в одном. Добраться до Савона. Потому что он очень высокий и очень длиннорукий. Дело в том, что Савон в предыдущих боях часто облегчал дело своим противникам, потому что что-то произошло с ним. Потерял он очень многие вещи, и в частности умение держать дистанцию. Идет, атакует вперед с большим наклоном. Видите, вот как сейчас. И, соответственно, оказывается в пределах досягаемости. Говорил я вам, что Рушан Шагаев, если сможет преодолеть волнение, он навяжет Савону хороший бой. Ровный раунд. Ровный. Который сразу поднимает вопрос. Сможет Шагаев прибавить здесь немножко? Тянется, видели на повторе? Сами, наверное, тянется с этим правым ударом Савон навстречу противнику. Уводит руку в сторону правую. Заметит это Шагаев, будет у него шанс. Конечно, не его дистанция, не Шагаева. Не нужно так далеко стоять от Савона. Это ему очень выгодно. Савонам нужен бой в стиле Малетина. Вот бесконечное давление, без пауз. Видите, он тут устанавливает себе дистанцию, бьет с нее. Бомбардировка идет с дистанции. Когда противник слишком близко подходит, он просто отталкивает от себя, что, в общем, правилам запрещено. Что это такое? Смотрите-ка. Савона наказали. Шагает. Видите, как отгоняет его Савон ложными длинными ударами. Он всегда, конечно, может
пожестче один из них нанести. Пока что Шагаев очень строго держится, плотно держит руки, не рискуя подставить под удар. Такой вот неожиданный поворот. Сейчас для Шагаева самое главное — это не отдать преимущество. Хватит, если у него сил только. Но довольно увесистый удар слева получается. Вот. Шагаев вне себя. Третье поражение — это будет, пожалуй, слишком. Представляю, что завтра будет на всяких совещаниях где-то перед финалом. Дышан Сагара. И сейчас Шагаеву предстоит штурм выдержать. Обязательно побежит вперед с ударами с того. Обязательно. Ближе, ближе надо к салону держаться, ближе. Не давать ему пространство для удара, чтобы вот такие рычаги длиннющие, что очень опасно дать ему возможность разогнать удар по траектории. Надо заставить его промахиваться, надо. Я уже много раз говорил, что кубинцы очень не любят, когда на них идут. И очень любят, когда от них бегут. Выясняется, что они не очень-то здорово боксируют, когда противник идет на них. А уж случай, когда они чувствуют, что они проигрывают по очкам, тут вдруг странная вещь происходит, какой-то надлом. Какая-то тактика грубого навала сразу используется за счет физического превосходства, попытка подавить противника. Но видите, она не удалась ни с Малахбековым, она не удалась с другими боксерами, она не удалась вчера с Фальком Хусте. Хладнокровие и твердость в бою с кубинцами, плюс хорошая доля агрессивности. Вот и все ключи к победе. Да, затолкал немножко Савон Шагаева. Третий раунд только. Преимущество очень небольшое. И вот бросаться с дистанции — это гиблое дело. Перекрыться нужно. Слишком уж столбиком стоит Шагаев перед Савоном. По-моему, Шагаев устал. Я сужу это потому, что он, в общем, где-то теряет темп. Не так остро реагирует на атаку Савона. А самое главное, он перестал уклоняться. А это к добру не приведет. Thank you.
До сих пор хороший бой устроил Савону, как я и предполагал. Если он выдержит этот раунд и не отдаст преимущество, это может быть сенсация. Но, судя по тому, как Шагаев, в общем, опаздывает. Да, друзья, тут что-то происходит действительно. Понятно. Я не помню, чтобы Савона еще судили за то, что он бьет открытой перчаткой. А здесь уже два предупреждения, вы представляете? Савону ничего не остается, как навязать рубку за счет сильных ударов, просто свалить. Знаете, в общем-то я не могу сказать, что здешняя публика симпатизирует кубинским боксерам, но сейчас просто все свистят в адрес рефери, потому что, ну, откровенно ведет рефери дело к тому, чтобы дисквалифицировать того. Шагаев, конечно, уже не тот, что был в начальных раундах. Он явно подустал. И Савон сейчас в ринге выполняет больше работы. Но преимущество, я вам скажу. О, прекрасно, прекрасно. Взорвался Шагаев двумя ударами. Еще один удар. Видно, эта пассивность была такая, тактическая. Маленький тайм-аут взял Шагаев. Единственное, что меня настораживало, то, что уж очень как бы подставлялся под удары того. Разгром. Просто разгром по судейскому счету. Так, ну, учитывая, что у нас есть запас прочности и надо выглядеть справедливым, рефери решил снять очко и, наконец, с Рушана Шагаева. Хотя непонятно за что. Да, не тот Савон, говорил я, в каждом бою с его участием. Но, честно говоря, не видел его в таком положении еще.
И это вовсе не потому, что я хочу преуменьшить заслуги Рушана Шагаева. Он мне очень понравился и в предварительных боях. Я был уверен, что он устроит Савону, будем так говорить, трепку. Не зевать сейчас самое главное. Не зевать, осталось каких-то 15 секунд. Нельзя подставляться, нельзя. Нужно уходить, уходить сейчас. Такой запас прочности. Итак, в Республике Узбекистан есть свой чемпион мира и вполне достойный чемпион, который действительно победил Феликса Савона, действительно, несмотря на все услуги со стороны рефери. Так что кубинская сборная в первый день финалов на чемпионате мира довольно-таки в приличном нокдауне. Проиграли кубинские суперзвезды